Я не могу. Фред, как адвокат, ты должен обеспечить сильную линию защиты. Что подразумевает говорить правду? Судья будет решать, что правда, а что нет. Ему за это платят, а тебе платят за выигрыш дела. Если ты настаиваешь, чтобы я взял дело миссис Коул на себя, я, конечно, могу его взять. Но Миранда, я не могу лгать. Тогда мы найдем того, кто может. Привет, Флетчер. Пит, ты похудел? Не знаю, возможно. Внешний вид и личные качества режут на повал. Мистер Лид, приятель, я Рэнди. Знаю. Заказано ланч, мистер Лид. Что-нибудь будете? Нет, спасибо. Я хорошо позавтракал и вот-вот лопну. Я сыт. Хорошо? Отлично. Флетчер, я пришла к тебе по одному важному делу. Ты свободен сегодня вечером? Мы никуда не идем. Отлично. Просто прекрасно. Спасибо. Только это неправда. Это не будет проблемой. Миссис Коул, единственная проблема состоит в том, что после стольких лет любви и поддержки воспитания его детей, они его? Да, да. По крайней мере, один. Что после всего этого ваш муж пытается лишить вас причитающейся вам доли семейного имущества на основании одного случая измены? Семи случаев измены. Семи случаев измены, из которых только на один у него есть доказательства, и в которых он может винить только себя. Да? Миссис Коул, вы жертва. Жена равнодушного трудоголика. Изголодавшись по любви, вы кинулись в руки другого мужчины. Семи. Неважно. Вы не претендуете на его долю. Вы просто требуете вернуть то, что по праву принадлежит вам. Ну, еще чуть-чуть. Вы требуете справедливости. Да.